Всем приветик, ребят! С вами я, Диана, и в этом видео я с вами хочу поговорить про новое обновление в Murder Mystery 2. Это Хэллоуин. Я думаю, каждый из вас его ждет, и я в этом видео хочу вам рассказать, когда он выйдет, что там будет и так далее. Но перед началом подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Также в этом видео я среди вас хочу разыграть вот такой вот сет. Условия очень простые. Это подписка на мой канал, нажать на колокольчик, поставить лайк и в комментариях написать, что вы участвуете, и написать ваш ник в Роблоксе. Результаты этого конкурса подведутся в следующем видео по Murder Mystery 2. Всем желаю удачи! Итак, ребята, я в этом видосике, как я уже и сказала, хочу с вами поговорить насчет обновления в Murder Mystery 2. Я думаю, каждый из вас его ждет, и уже близится как бы время. Вообще у нас уже конец сентября, а до сих пор у нас вот такое вот прекрасное летнее обновление. И я в этом видосике с вами посмотрю разные сливы, разные догадки на обновление. Короче, узнаем, что там вообще готовят наши разработчики нам в обновление. Хочу посмотреть тиктоки, во-первых. Обычно в тиктоке сливают все самое такое, знаете, интересное и правдивое. Также посмотрим еще прошлую карту, которую я делала уже концепт на нее, и это не вышло. Но, возможно, в этом году это все затронется. Поэтому пойдем сначала смотреть тиктоки, что там рассказывают люди, что они думают. Вы тоже в комментариях пишите, что вы думаете. Поэтому пойдемте смотреть. Так, ребят, я уже нахожусь в тиктоке и смотрите. Получается, по хэштегам нашла видосики, где рассказывается про новое обновление. Первый видосик у нас сделан 2 дня назад. 400 лайков на нем. Давайте посмотрим, что тут нам рассказывает этот человек. Вау. Ну, в принципе, смотрите, я уже увидела первое оружие. Да куда, куда так быстро? Смотрите, ребят, первое оружие мне, в принципе, нравится. Но, не знаю, не знаю. По стилистику Murder Mystery подходит. И, возможно, именно в этом обновлении будет какой-то лава. Ой, все в лаве, не знаю, ребят, посмотрим. А, ну, это только первое видео. Давайте смотреть дальше, что тут еще нам показывают и рассказывают. Так, тут, видимо, неинтересно. Так, давайте дальше смотреть. Так, получается, летнее обновление и обновление Хэллоуин. Ну, давайте листать дальше и смотрим. Покажите нам что-то интересное. Так. Вау, ребята, это новый сет. Ну, естественно, это концепт. Точно такого, ну, нет вероятности 100%, что будет такой сет. Но смотрите, в принципе, мне нравится этот сет. Он, скорее всего, за робуксы. Это получается, ну, продавец, да, или торговец. Как его назвать, не знаю. Ну, давайте смотреть дальше. И новая Годли из бокса. Вот такой классный ножик. Меч. Короче, не знаю, но мне нравится, в принципе. И что нам покажет? Этот человек нам показывает то же самое. Абсолютно то же самое нам показывают. Но мне, в принципе, уже понравились эти оружия. Давайте листать дальше. Что нам покажет этот человек? Тоже давайте посмотрим. Так, давайте так. Ну, видите, то же самое нам показывают. И, возможно, реально это совпадет. И выйдет именно такое обновление. Тут 10 тысяч лайков. Возможно, человек шарит за это все. Так, давайте листать дальше. Нам покажут тут. Так, опять же, да, все абсолютно то же самое. Давайте нам что-то другое, что-то новенькое покажите. Я хочу посмотреть на что-то новенькое, а не на то же самое. Так, тут нам показывают то же самое. Так, листаем дальше. Это нет. А, смотрите, стойте. Показывают летнее обновление. Сейчас, наверное, покажут обновление Хэллоуин. Так, давайте что-то супер классное. Так, ну, эта локация была разве у нас или нет? Мне кажется, эта локация у нас была. Это вообще локация не из Мардера вроде. Короче, не знаю, но все это очень интересно. Уже показывают разные концептики. Тут опять же показывают тот же самый сет. Давайте что-то новое, что-то интересное. Неужели у вас нет других сливов? Так, ну это... Тут показывают, что падает из боксов. Кстати, полезная тема, полезная. Так, ну и все, ребят, мы, в принципе, посмотрели все такие видосики, что, возможно, будет на обновление, и я вам хочу еще показать. Смотрите, ребят, нажимаете на мое видео, и я его, получается, выпускала 11 месяцев назад, и тут я показывала концепт на обновление Хэллоуин. И этот концепт не оправдался, то есть это обновление не вышло, которое тут на этой карте показано, но, ребят, там настолько классное оружие, классный арбалет, классные ножи, и мне кажется, возможно, листаем, и я вам покажу, что тут вообще показывается и рассказывается. Вы можете это просто сами зайти и посмотреть. Тут про Battle Pass я показываю, типа, который, возможно, мог бы быть на обновлении 23-го года, но этого не было. Но самое-то главное тут, это вот такой вот арбалет. Мне он очень сильно нравился. И в прошлом году, когда я показывала
заказывала это обновление, всем понравился этот арбалет, но, к сожалению, этого арбалета не было. И, возможно, в этом году разработчики сделают так, что именно вот такой вот арбалетик у нас появится. Но нам это ничего не известно. Также обещали добавить новую эмоцию в сам Мардер. Но арбалетик просто пушка. Ну, вы реально просто посмотрите. Если вам прям интересно, что я показываю на этой карте, зайдите на это видео. Я вам ссылку на него оставлю в описании. Там самая первая ссылочка будет на это видео. Поэтому зайдите, посмотрите, что тут я сделала обзорчик. И, возможно, как-то перекликнется у нас это обновление с нашим новым. И уже узнаем, что у нас будет дальше. Но, скорее всего, обновка у нас будет меньше, чем через месяц. Недельки 3, мне кажется. И уже разработчики добавят это обновление. Потому что уже там близится обновление новогоднее. И чтобы хотя бы обнова продержалась месяца 2, мне кажется, они выпустят ее пораньше. Поэтому, ребятки, пишите ваше мнение в комментариях. Я тоже это все почитаю. Возможно, у вас уже есть какие-то сливы. Вот, так что жду ваше мнение. Пишите все это, я все буду читать. Также в начале видосика участвуйте в конкурсе на сетик. И всем желаю удачи.